Джая Радха Мадхава, Джая Кунджа Бихари. Джая Радха Мадхава, Джая Кунджа Бихари. Гопи джана валабха, джая грива радхари, джая грива радхари. Джая Гопи Джана Валабха, Джая Грива Радхари, Джая Грива Радхари. Jaya Yashoda Nandana, Jaya Braja Janaranjana. Jaya Yashoda Nandana, Jaya Braja Janaranjana. Yamuna Tera Vanachare, Jaya Kunja Bihari, Jaya Kunja Bihari. Jaya Yamuna Tera Vanachare, Jaya Kunja Bihari, Jaya Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranita, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Шиши Горнитай Ки Джай, Шила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гаур Премананде. Харе Кришна. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя, Нарам чива нароттамам, Девим сарасватим вьясам, Тато джая мудирает, Нашта праеша бхадришу, Нитья Бхагавата севая, Бхагавати юттама шлоке, Бхактир бхавати найштики.
Сегодня мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, песнь 8, глава 3, молитвы Гаджендры. Текст 28, да? 29? Текст 29. Наям видасвам атманам. Наям видасвам атманам. Ячхактьяхам дияхатам. Ячхактьяхам дияхатам. Таддуратьяя махатмям. Таддуратьяя махатмям. Бхагавантам итосмьяхам. Бхагавантам итосмьяхам. Наям веда сваям наям веда свай. Нет. Наям веда сваям. Наям веда сваям атманам. Наям видасвам атманам. Наям видасвам атманам. Наям видасвам атманам. Ячхактьяхам дияхатам. Ячхактьяхам дияхатам. Тандуратьяя махатаям махатмьям. Тандуратьяя махатмьям. Бхагавантам итосмьяхам. Бхагавантам итосмьяхам. Наям ведасвам атманам. Наям ведасвам атманам. Ячхактьяхам дияхатам. Ячхактьяхам дияхатам. Тандуратьяя махатмьям. Тандуратьяя махатмьям. Бхагавантам итосмьяхам. Бхагавантам итосмьяхам. Пожалуйста. Наям видасвам атманам. Наям видасвам атманам. Ячхактьяхам дияхатам. Ячхактьяхам дияхатам. Тандуратьяя махатмьям. Тандуратьяя махатмьям. Бхагавантам итосмьяхам. Наям видасвам атманам. Наям видасвам атманам. Ячхактьяхам дияхатам. Ячхактьяхам дияхатам. Тандуратьяя махатмьям. Тандуратьяя махатмьям. Бхагавантам итосмьяхам. Бхагавантам итосмьяхам. Наям видасвам атманам. Наям видасвам атманам. Ячхактьяхам дияхатам. Ячхактьяхам дияхатам. Тандуратьяя махатмьям. Тандуратьяя махатмьям. Бхагавантам итосмьяхам. Бхагавантам итосмьяхам. Наям ведасвам атманам. Наям ведасвам атманам. Ячхактьяхам дияхатам. Ячхактьяхам дияхатам. Тандуратьяя махатмьям. Тандуратьяя махатмьям. Бхагавантам итосмьяхам. Бхагавантам итосмьяхам. Матаджи, пожалуйста. Наям видасвам атманам. Ячхактьяхам дияхатам. Ячхактьяхам дияхатам. Тандуратьяя махатмьям. Тандуратьяя махатмьям. Бхагавантам итосмьяхам. Бхагавантам итосмьяхам. Еще кто-то? Наям видасвам атманам. Ячхактьяхам дияхатам. Ячхактьяхам дияхатам. Тандуратьяя махатмьям. Тандуратьяя махатмьям. Бхагавантам итосмьяхам. Бхагавантам итосмьяхам. Пословный перевод. На. На. Не. Не. Аян. Аян. Тот. Род, род людской. Род людской. Веда, веда знает. Знает. Свам свою. Свою. Атманам. Атманам.
природу. Яд-шактья. Влиянием которого. Ахам. Я. Я независим. Дхия. Сознанием. Хатам. Побеждена или покрыта. Там. Ему. Дуратьяя. Непостижимо. Махатмьян. Тому, чья слава. Бхагавантам. Верховной личности Бога. Итах. Кланяющийся. Асмиахам. Я есть. Перевод стиха и комментарий его божественной милости Абхай Чаранравинды Бхактивиданты Свами Шилы Прабхупады. Исполненный почтения, я преклоняюсь перед Верховной Личностью Бога, чья иллюзорная энергия майя побуждает дживу, неотъемлемую частицу Бога, забыть свою истинную природу и отождествить себя с плотью. Я принимаю покровительство Верховного Господа, величие которого трудно постичь. Комментарий. Как объясняется в Бхагавадгите, все живые существа, люди, полубоги, животные, птицы, насекомые и все остальные являются неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога. Господь и живое существо связаны между собой узами близкого родства. Но, к сожалению, из-за соприкосновения с материей живое существо забывает об этом и хочет наслаждаться жизнью в материальном мире по своему усмотрению, независимо от Господа. Преодолеть эту иллюзию майю очень трудно. Майя покрывает живое существо только потому, что оно само стремится забыть Верховную Личность Бога и избирает собственный путь наслаждения материальным миром. До тех пор, пока обусловленная душа пребывает в таком оскверненном состоянии, она не сможет постичь свою истинную природу, и жизнь за жизнью будет оставаться во власти иллюзии. А то грехакши трасу тапта виттайр джанасья махоям агам мамети. Это Бхагаватам 5.5.8. Пока живое существо пребывает во тьме невежества и не осознает свое истинное положение, оно будет привязано к мирскому образу жизни, к дому, семье и детям, к родной стране, к обществу, к деньгам и прочему. Человек, привязанный ко всему этому, постоянно думает: «Я тело, и все, что имеет отношение к этому телу, мое». Такое материалистическое представление о жизни очень трудно преодолеть. Но тот, кто, подобно Гаджендре, царю слонов, предается Верховной Личности Бога, возвышается до уровня осознания Брахмана, Брахма-бутах прасанатма, нашочатина каншати, самах сарвешу бутишу мадбхактим лабате парам. Достигнув трансцендентного уровня, человек сразу постигает природу Верховного Брахмана, и сердце его наполняется радостью. Он ни о чем не скорбит, ничего не желает и одинаково относится ко всем живым существам. На этом уровне человек приходит к чистому преданному служению мне. Это Бхагавадгита 18.54. Поскольку преданный достигает уровня осознания Брахмана, он не питает зависти к другим живым существам. Самах сарвешу бутишу. Ом агьяна тимирангхасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха. Шри чайтанья манобхиштам стапитам йена бутале сваям рупах кадамахьям дадати свападантикам. Вандехам Шри Гуру, Шри Юта Падакамалам, Шри Гурун Вайшнавамща, Шри Рупам Саграджатам, Сахагана Радунатан Витам Там Садживам, Садвайтам Савадхутам, Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падан, Сахагана Лалита Шри Вишакам Витамща,
Хе Кришна Каруна Синху Динабанго Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхе Вриндаванешвари Вришабхану Сути Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпа Тарубьяща Крипа Синдубьяевача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так, это завершающая молитва Гаджендры. Слон Гаджендра попал в тяжелую ситуацию, когда крокодил, схватив его за ногу, долгое время боролся с ним в воде. И в конце концов слон начал ощущать, что он слабеет. И как Шрила Прабхупада да, объясняет, слон был не в своей среде, тогда как крокодил находился в своей естественной среде. Поэтому в конечном счете крокодил начал побеждать. Хотя если бы слон находился бы в своей естественной среде, ему бы легче было справиться с крокодилом. Вайшнавы иногда объясняют это таким образом, что крокодил — это подобен как бы майе, иллюзии, да, которые так иначе повязывают живое существо. И если человек занимает какое-то неестественное для себя положение в жизни, ну, играя какую-то неестественную роль, находясь в искусственном каком-то ситуации, то есть он станет более уязвим, да, по отношению к соблазнам, которые материальная природа предоставляет, и, соответственно, постепенно начнет слабеть. У меня был такой опыт, то есть когда я был еще брахмачари, однажды президент храма подошел ко мне, и он пытался при помощи одного преданного, самый первый грехасха у нас был, первый преданный, первый брахмачари женился вот у нас, и он попытался вместе с ним, ну, чтобы тот организовал какой-то бизнес, чтобы обеспечивать храм, и, ну, и также множество тоже планов было, строительство нового храма, еще что-то, много было идей, и нужно было много денег, поэтому, соответственно, то есть он подумал, что это будет хорошо, если, ну, что-то такое, если будет какая-то фирма. Вот, и они зарегистрировали фирму, и, но через некоторое время, да, они что-то не поладили, ну, грехасхе надо было платить зарплату, да, и так далее, то есть невыгодно это было, наверное, в общем, его так иначе, да, уволили, грехасху, и теперь нужно было, да, что-то делать с этой фирмой, и он подошел ко мне и говорит: возьми на себя эту фирму, организуй, как бы бизнес. Я говорю: так я же брахмачари, то есть это вообще не моя природа совершенно. Он говорит: брахмачари — это тот, кто должен делать то, что говорят ему старшие, а не делать то, что он хочет. Да, и потом, да, такой, как бы говорит: если ты соглашаешься, мы прямо сейчас едем с тобой, покупаем билеты, едем в Индию. В то время поехать — соблазн такой, да, то есть с одной стороны, да, такое давление, потом соблазн. Вот, в Индии там тебе особо, ты просто организуй, найди кого-то и потом передай. Вот, тебе не нужно самому как бы это делать, просто организуй, чтобы делали это какие-то... Ну, он хотел, чтобы семейные преданные, они не отрывались от храма, а были как-то, ну, все равно связаны с храмом. За счет бизнеса уже было, за счет просто распространения книг было трудно поддерживать храм. Постепенно экономика начала меняться в то время в России. Если
в начале, в 90-м году, распространив одну Бхагавадгиту, мы могли купить 7,5 килограмм сливочного масла за одну Бхагавадгиту, то в 95-м уже, распространив только десяток, наверное, Бхагавадгит, можно было купить, не знаю, там, килограмм едва ли. Ну, как бы вот чисто экономически уже стало гораздо сложнее. И книги было распространять гораздо труднее, чем 90-е. 90-е, хотя такой был, ну, стоимость книги, вот, ну, просто по маслу оценить. Их расхватывали. Я первый раз вышел на Санкиртану, 58 книг распространил. Просто достоял и кричал. В этот век лицемерия и лжи нет другого пути. Нет другого пути, кроме повторения Харе Кришна, и люди так с деньгами. Да, распространял книги. Ну, такой был, да, у людей был очень сильный интерес, и легко было распространять книги, и экономически это было очень легко. Мы за буквально 2 или 3 месяца купили дом за 40 тысяч рублей. 5 человек распространяло книги. Легко как бы. Вот, 40 тысяч рублей — это большие деньги на то время. Вот, так у нас появился первый храм. Вот, вернее, второй уже. Второе здание. Один был маленький из дом в Ростове. Там Матаджи жили, у нас Брахмачари был. Вот, и вот, в общем, мне, да, президент такое делает предложение. И я думаю, что делать вообще. Ну ладно, ради общины я как бы, да, приму такую аскезу. Но зато в Индию поедем. Ну да, мы съездили в Индию и заказали там товары, там был бизнесмен, который отправил нам товары, пообещал отправить товары просто как бы, ну, на распространение. И, конечно, мы там набрали специй, сари, благовоний, в общем, таких навыбирали, всяких вещей вайшнавских. И 2 20-тонных контейнера. Пришло, я уже забыл, на самом деле, уже больше года прошло, я думал, ну, уже не отправят, думаю, слава богу. И тут раз приходят эти контейнера. Ну, в общем, мне пришлось впрягаться теперь, да, то есть я ввязался в это дело. Но я очень хорошо помню, как реально я начал слабеть духовно. То есть у меня внутри начало все, ну, в общем, я все слабее и слабее становился. Вот, будучи в этом неестественном положении. И в конце концов мне стало внутри трудно вообще появляться среди преданных. Стыдно заходить в алтарную. Мне казалось, что все на меня смотрят, и все видят мою грязь и мою вот эту вот какую-то внутреннюю слабость. Ну, такое вот какое-то чувство собственное какое-то. Ну, такое ощущение было, что все видят. И я находил какие-то поводы, чтобы пропустить программы уже. Ну, деловые, конечно, они все ради, так сказать, миссии и так далее. Вот, я приезжал, мне приходилось ездить в Москву, вот, и я приезжал в Москву, по делам, так сказать, я приезжал в Москву и вначале останавливался вашими, но потом заметил, что брахмачари на меня смотрят так, чем он вообще занимается, вот, и мне стало стыдно, и я начал останавливаться в гостинице. Я помню, в какой-то момент я просто, вот как Гаджендра сейчас, в отчаянии уже взмолился Кришне, у меня было такое ощущение, что Кришна оставляет вообще меня. То есть это вот то, что преданный чувствует. Я на самом деле очень благодарен Кришне за то, что я через этот опыт прошел, потому что, ну, когда ты на себе это чувствуешь, как это работает, ты понимаешь, да, в каком положении вот там Гаджендра оказался, или преданный, если он ставит себя в такое неестественное положение. Вот, и я помню, я взмолился Кришне, будучи в гостинице, и с наушниками слушая эту радиостанцию, Кришналока, да, тогда была радиостанция, заснул. Вот, в таком каком-то отчаянии. И проснулся где-то в 1:00 ночи. Как будто меня кто-то разбудил. В таком ясном сознании проснулся. И в этот момент Госвами Махарадж начинает рассказывать историю. Это была история о том, как однажды паломники из Джайпура пришли во Вриндаван. Ну, такие, знаете, паломники с тюрбанами на голове. Это, ну, обычная такая группа джайпурских преданных.
Вот, и они пришли в Кришна Баларам Мандир на приветствие божеств. Вот, и когда алтарь открылся, один из них, пожилой такой дедушка, он был очарован Кришной Баларамой, он стоял во все глаза, просто смотрел. И потом алтарь закрылся, он стоял около алтаря, ждал, когда следующий даршан. Потом алтарь опять открылся, он продолжал стоять, смотреть на Кришну Балараму. И так он простоял целый день, до самого вечера. Не мог никуда уйти, то есть просто сидел и ждал каждый раз. И потом вечером был даршан Шрилы Прабхупады. Это Госвами Махарадж рассказывает, я слушаю, да, это... И в этот момент, да, он пришел к Шриле Прабхупаде, тоже на даршан, уже после, так сказать, того, как все закрылось в храме, их пригласили всех на встречу с Прабхупадой, он пришел, и Прабхупада беседовал с людьми, и в конце концов этот человек говорит, с вами же, я пришел во Вриндаван, чтобы найти Кришну и Балараму, но я нигде не мог найти этих двух братьев, но сегодня я увидел у вас их на алтаре. Как вы смогли завлечь Кришну Балараму к себе в храм? Шрила Прабхупада улыбнулся, да, ничего не сказал. Вот, я помню, меня очень тронула эта история, как ответ Кришны был. Вот, что я так воодушевился, схватил четки, в общем, и читал джапу, помню, что Кришна меня не оставил. Такое было ощущение, как ответ Кришны был. Вот. И я начал думать, как вообще из этого выходить теперь. И через некоторое время, да, приехал мой духовный учитель, он же GBC у нас в регионе. Я подумал, я пойду к духовному учителю. И уже появился даже преданный грехаска, кому, в принципе, передать. И я уже, да, президенту сказал, ну все, пора мне уже передавать, я уже больше, да, не могу. Он сказал, нет, ты должен продолжать. Я говорю, ну это не моя природа. Нет, это твоя природа, ты всю жизнь должен этим заниматься. Я такой, Кришна. И потом думаю, все, пойду к духовному учителю, сейчас ну как-то да, расскажу ему. И только я об этом подумал, вдруг приходит преданный, говорит, тебя духовный учитель зовет. Я прихожу к духовному учителю, и он вместе с этим президентом храма стоит. И духовный учитель, я кланяюсь, только поднимаюсь, он говорит, я хочу, чтобы ты делал то, что от тебя хочет, то, что тебе говорит президент храма. Кришна. У меня было такое ощущение, что меня распяли вообще. Вот я очень был, да, расстроен. Но потом Кришна... Но молитвы мои были очень искренни. У меня ничего не оставалось, кроме как просто Кришне уже. Кришна... Спаси, я чувствовал себя как Гаджендра, да, то есть вот этот момент. И вдруг Кришна проявился, да, через друга этого президента, другой президент храма, он к нему подошел и сказал, что лучше, потерять, может быть, бизнес, может быть, даже не потерять, но, может быть, потерять, но сохранить голову или потерять и голову, и бизнес? Не понял. Говорит, ну вот смотри, да. Если ты сейчас так поступишь, то он, скорее всего, уйдет просто от тебя. И ты потеряешь и голову, и бизнес, в конце концов, тоже потеряешь. Так ты, по крайней мере, сохранишь голову. Да, и что-то его да, до него дошло. Вот, и он меня, так сказать, отпустил. Амнистия доступила. Но я очень, очень такой урок извлек, как... Не как если человек ставит себя в искусственное положение, да, то есть неестественно для него. Это не моя природа была вообще торговать чем-либо. Я, не, ну, я просто организовывал это, но все равно. Вот. Это совершенно не ко мне. Я даже до сознания Кришны для меня было позорно кому-то что-то продавать, если какие-то вещи я там случайно покупал, и они мне не подходили, я их просто дарил кому-то. Мне было стыдно кому-то предложить, там, деньги взять за это. Вот, а тут как бы нужно было, да, этим заниматься. Я думал, что это действительно нужно для преданных, такая жертва еще, ладно. Но потом, когда я увидел, что ко мне преданные начали плохо относиться из-за этого, преданные общины, ради которых я вроде бы это делал, и один меня даже там прям
обругал во дворе храма. Сказал, там мы преданные, а здесь. И... Я думаю, о боже мой, думаю, зачем это? То есть я видел, что это не создает общину, а наоборот разрушает. Такая майя, короче. И у меня, конечно, потерялся всякий энтузиазм. Ну, в общем, я передал это и уже с большой решимостью отправился на проповедь. Вот. Но эта вся история, она дала мне очень важные уроки. Я считаю, что это одни из главных таких уроков в моей жизни. Если бы я через это не прошел, мне бы было трудно это объяснять преданным. Вот. Проповедовать, помогать преданным, да, находить свое место в жизни, в сознании Кришны. И также, что нужно быть очень осторожным, чтобы не ломать людей, а действительно помогать им в духовном развитии. Вот. Итак, Гаджендра здесь возносит эту последнюю молитву в полном отчаянии. Это была последняя надежда. Поскольку в прошлой жизни он был великим царем Индрадюмны, как дальше будет объясняться это, по какой-то случайности, он был в медитации на самом деле, и поэтому не обратил внимания, что в его ашрам, в то место, где он сидел, зашел Агастья Муни, великий браман. Агастья Муни зашел, так тут сидит вообще, не обращает внимания. Что-то похожее, как с Махараджи Парикшитом произошло. И тогда он разгневался и проклял царя. Ах так, тогда ты станешь так безмолвным и глупым животным, как слон просто. Да. Ну, он был большой, как слон, да, то есть сильный. Вот, и безмолвным, стань слоном, да. Это напомнило ему о слоне, и он его проклял на это. Так он, царь Индрадюмна, великий преданный на самом деле. И он стал слоном Гаджендры, и, конечно, попав в тело слона, он забыл на какое-то время, он забыл о Господе, обо всем. То есть был, просто наслаждался, да, жизнью слона, в окружении слоних, там, поклонников. Он был царем слонов, очень сильным. Но попав в это неестественное положение, да, то есть он, на самом деле, тоже была, наверное, милость Кришны для него, что он попал в такое положение, чтобы он мог вспомнить о нем и, да, в конце концов, предаться. Вот, и сейчас это последняя молитва, то есть он возносит молитвы, память возникла у него, да, в уме, по милости Кришны, в этот момент отчаяния, кто поможет? О, есть только, да, Верховный, кто может помочь. И он даже не помнил, кто такой Верховный. Вот это он не мог вспомнить. Дальше Шрила Прабхупада будет в следующем стихе говорить. Но он обращался не к полубогам каким-то, не к сильным мира сего. Вначале он, конечно, ждал, наверное, что его близкие, родственники как-то ему помогут. Но все просто, да, стояли и в ужасе смотрели, все боялись зайти в воду. А вдруг меня укусит этот крокодил? Лучше я постою, да, посочувствую. Вот так Гаджендра оказался в полной беспомощности. И в конце концов, да, эти память с прошлой жизни о Господе, о необходимости предания, то есть оно возникло в его сердце, и поэтому здесь он возносит молитвы, причем молитвы преданного, который стесняется этой просьбы, Господь, спаси, да, то есть вызвали меня из этого состояния. Он стесняется этой просьбы, но тем не менее у меня нет другого выхода, да, то есть так. Шрила Прабхупада в комментарии там пишет в связи с этим, что иногда преданный может попасть в такую ситуацию, и когда он, да, молится Господу, он просит прощения за то, что он просит его о таких, казалось бы, мирских каких-то вещах. Вот, и вот эта последняя молитва, это уже как все, я вручаю себя тебе. Вот. Подобная ситуация была у Драупади, да, тоже она на всех полагалась, и потом, соответственно, подняла просто руки и вручила себя Кришне. И, конечно же, Господь откликнется, да, на эти молитвы. Дальше мы будем читать, как Господь проявится, то есть лично придет и освободит Гаджендру от крокодила.
и крокодила – это его тело. Ну, то есть так, так эта история развернется. Конечно же, Гаджендра уже не будет тем прежним слоном. Вот, а теперь он, да, теперь он получил даршан Господа, и, собственно, да, ну, так он достигнет совершенства. Вот. Соответственно, чтобы вспомнить о Господе в такой момент сложности и в момент, когда это больше всего будет нужно, необходимо, да, в течение жизни получить опыт, да, такого предания, вот ощущение прибежища, милости Господа. Предание начинается с того, что преданный принимает все, что благоприятно для преданного служения, отвергает то, что неблагоприятно. Да? Это первые два элемента шаранагати. Если преданный это делает, то он обретает интересный опыт. То есть возникает третий уже, да, элемент этого шаранагати. Он начинает ощущать, что Кришна, он мой покровитель. То есть он начинает ощущать покровительство Кришны. Кришна сам об этом говорит в Бхагавад-гите. Рага двеша вимуктасту вишаяна двияшчарана атмавайшар видхедма прасадама пихачхати. По-моему, где-то я недавно это говорил, здесь или там, где-то в другом месте, что если преданный не ведется на поводу своей раги или двеши, то есть привязанности и антипатии, а старается делать то, что от него хочет гуру и Кришна, несмотря на то, что, может быть, для себя бы он точно бы это не сделал. Но если Кришна хочет, я это сделаю. Да, то есть так Шрила Прабхупада в комментарии это объясняет к этому стиху. Вот. И с другой стороны, если бы он никак, если бы он для себя бы это точно бы сделал, но если он понимает, что Кришна и гуру это не хотят, то тогда, соответственно, он, я не буду это делать. Да, то есть преданный делает такое, как бы. И старается делать то, что от него говорит Кришна. Прасадама пихачхати. То есть на такого преданного нисходит милость Господа. И Господь начинает поддерживать такого преданного. И поэтому преданный чувствует, Кришна со мной. Да, то есть Кришна меня поддерживает, он мой покровитель. То есть приходит вот это ощущение прибежища у Господа. И его какой-то защиты, сила приходит какая-то. Тоже у меня был подобный опыт, то есть когда я только-только начинал свой путь в духовной жизни, у меня были друзья студенческие, я был студентом еще в то время, и у меня были друзья студенческие, такая компания молодежная, и такая у нас творческая была компашка, то есть мы играли там на гитарах, выступали на сценах каких-то, и в КВН там, и так далее, и так далее. В общем, такая студенческая веселая жизнь. И поэтому мы были достаточно дружны. Несколько лет мы дружили, то есть человек, наверное, 10 у нас была такая компания. Но когда я стал преданным, я начал всему следовать, повторять 16 кругов, следовать всем принципам, принимать только просад. И я начал, соответственно, как-то пытаться проповедовать друзьям, но они не очень воспринимали. Более того, они подумали, что что-то он куда-то не туда пошел, и решили меня спасать. И вот был день рождения, то есть я еще жил в общежитии, но уже ходил к преданным. Вот, и меня, как у одного из друзей, был день рождения. Меня пригласили на это день рождения. Вечером, поздно. Вечером, конечно же, все переходящее в ночь празднуется. Ну, я, как по старой дружбе, чувствовал как обязанность, да, как-то прийти, поздравить. Вот, я пришел и... В общем, все были заинтересованы меня, да, как-то воодушевить, отбросить все правила и предписания. И, в общем, на все четыре принципа было испытание. Ну, может, только азартных игр не было. А так они пытались меня, соответственно, накормить мясом, напоить алкоголем, потом познакомить с какой-то девушкой, ну и так далее, и так далее. В общем, я держался стойко. Внутри, в общем, хотя было непросто, неприятно. И было такое, знаете, как в капкане. Ты вроде как и уйти не можешь, все-таки ну, какая-то дружба, нехорошо как-то так. И как бы быть там тоже такая была аскеза. Вот, потом самое последнее испытание было, это торт Наполеон. То есть принесли торт Наполеона, это
Это была такая, знаете, как студенческая жареная картошка и торт Наполеон, как бы два таких деликатеса, да, которые, ну, торт Наполеон по большим праздникам, и тут как бы заносят торт Наполеон, и у меня такой сразу внутри такой, во, вот это я сейчас Кришне предложу, вот, вегетарианская же, а разум такой слабенький мне говорит, это же, там же яйца наверняка есть, а мой такой ум, да ладно тебе, не фанати, там, что там этих яиц всего-то. Вот, а разум такой, ну какая разница, сколько есть, все равно сквернено, как ты можешь Кришне это предложить? Кришна не примет, это будет пхога все равно. Вот, и тут снаружи, да, все мои друзья уже так меня окружили. Ну что, давай, вот, Наполеон, это же вегетарианское, знаете, вот то, что у меня в уме было, они начинают озвучивать. Я говорю, ну там же яйца. Да там чуть-чуть, не фанати. Давай, давай, все так на меня. Я такой, а, Кришна, сейчас паду. Знаете, вот такое было ощущение, что вот-вот я уже соглашусь. И я в этот момент просто вспомнил, да, о Шриле Прабхупаде, о преданных, то есть начал молиться, да, о Шриле Прабхупаде. Вот. И, естественно, в моем сознании как-то всплыли наставления Шрилы Прабхупады, да, что нужно следовать регулирующим принципам. Тот, кто принимает пищу, не предложив ее Господу, да, то есть он кушает один лишь грех. Да. Кришна говорит это в Бхагавад-гите, то есть все, и все эти какие-то вот воспоминания. И у меня такая раз и решимость такая внутри. Не буду, в общем. И я отказываюсь. Все такие, вот. Но я помню, я вышел с этого, после этого, ну, в общем, после того, как я все-таки сделал то, что Кришна хочет, а не то, что чувства мои говорили, ешь, да, то есть вот он, соблазн, все давят на меня, да, то есть, но все-таки как-то нашел себе силы. А это через, если мы так или иначе помним, да, то есть молимся, то приходит все равно какая-то поддержка, это как сила, опора. И когда я вышел, то есть я реально ощутил прасадам и бхакти. То есть Кришна так устроила, не знаю, что это такое было. В общем, я шел, после шел, знаете, у меня такая какая-то радость меня накрыла, что я выдержал испытание. Знаете, такой вот. И я шел чуть ли не припрыжку, уже убегал буквально оттуда, по городу, пустынному городу. Вот, и вдруг такой, я не знаю, что это было, как будто меня, как, знаете, как такой поток энергии какой-то пронизал. Такой, я чуть не упал вообще. Я такой думаю, ничего себе. Такое ощущение было, как будто Кришна меня погладил по голове. Молодец. Не знаю, что это было, но Кришна дал такой какой-то опыт. Но я явно ощущал милость Кришны. После этого очень интересный был опыт, что эти друзья вообще исчезли из моей жизни. Они перестали меня искать. А я и не хотел их искать. Я понял, что наши дороги просто... Мы уже... Это не мои друзья уже. То есть они меня хотят увести, как бы... То есть они не уважают мою... Ну, как бы мою личность вообще. Они хотят, чтобы я был просто удобный для них. Поэтому я понял, что это уже не мои друзья. Вот. Хотя я от них и не отказывался, но они сами, да, исчезли из моей жизни. А друзья преданные, наоборот, появились в жизни, и все как бы так. То есть это как было как определенная ступень в жизни. И у каждого из нас будут такие проверки, знаете, когда ты чувствуешь, ну, сейчас паду, да. Сейчас, да, вот еще чуть-чуть, и уже, да, что-то вот слабость такая. Но если мы будем держаться, да, за наставления Гуру и Кришны, медитировать на них, и стараться делать то, что они говорят, прасадами пхачхачи. То есть милость Кришны, да, будет как-то приходить, теперь он будет ощущать защиту, помощь Кришны. И здесь мы видим, как Гаджендра, да, то есть в этом отчаянном положении, он предается Господу. Вот, и Господь появляется лично, да, с Сударшиной чакрой в руке и освобождает Гаджендру из этого положения. Вот поэтому, да, мораль этой истории такова, что первое, нужно постараться в жизни действовать так, чтобы, ну, не ставить себя в какое-то неестественное для себя положение.
Если ты брахмачари, то будь брахмачари, не становись, не делай деятельность, которая вообще предназначена для другого. Если ты, ну как бы, если твоя природа другая, не надо становиться кем-то, кем ты не являешься. То есть это все поставить человека в слабое положение. Это вот одна как бы мораль, одна вещь, как бы, или выводы из этой истории. А другое, это то, что нужно стараться в любом случае в своей жизни регулировать свою жизнь, несмотря на привязанности и антипатии, которые нас могут тянуть куда-то в сторону, все-таки регулировать и основывать свою жизнь на наставлениях Гуру и Кришны. И сегодня Гита Джаянти, вот прочитаем стих из Гита, из Бхагавадгиты, тоже, чтобы подтвердить, что же будет с человеком. Это 3 глава, 34 стих Бхагавадгиты. Оп, нет, не 34, сейчас, секундочку. Не-не-не. Так. Сейчас, простите, я... А, это я во второй смотрю, господи. Думаю, что такое? Да, 34 стих 3 главы Бхагавадгиты. Кришна говорит: привязанность и неприязнь, возникающие в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия, можно научиться регулировать, соблюдая определенные правила. Не следует идти на поводу привязанности и неприязни, ибо они являются препятствием, да, на духовном пути. Шрила Прабхупада очень удивительный комментарий дает, объясняя, как, собственно, преданный может преодолеть, да, то есть эти привязанности, как можно научиться регулировать. У людей, обладающих сознанием Кришны, вырабатывается естественное равнодушие к мирским чувственным наслаждениям. Но к тех, кто еще не развил в себе сознание Кришны, должны ограничить деятельность своих чувств, следуя предписаниям откровенных книг. Неограниченные чувственные наслаждения являются причиной материального рабства, но человек, который следует предписаниям шастр, перестает зависеть от объектов чувств. Вот что приходит, то есть если преданный так или иначе старается регулировать свою жизнь на основе писаний, то постепенно он перестает зависеть от объектов чувств. Например, обусловленная душа испытывает потребность в сексуальном наслаждении, поэтому оно дозволено в браке. Согласно предписаниям шастр, мужчина может вступать в половые отношения только со своей женой, а ко всякой другой женщине он должен относиться как к своей матери. Однако, несмотря на эти предписания, мужчины все равно стремятся к половой близости с другими женщинами. Подобные желания необходимо обуздывать, иначе они станут серьезной преградой на пути к духовному самопознанию. Пока у нас есть материальное тело, нам разрешается удовлетворять его потребности, но лишь настолько, насколько позволяют предписания шастр. Однако не стоит слишком уповать на эти предписания. Шрила Прабхупада теперь делает другой как бы момент. Кто-то может подумать: ну, у меня все теперь по шастрам, и теперь я могу наслаждаться. Да? То есть такая подмена еще может быть. Это потом приведет к тому, что человек отбросит шастр, в конце концов, если дух наслаждения все равно будет... или желание наслаждения будет смыслом как бы его жизни, пусть даже регулируемым образом. Надо следовать религиозным заповедям, не привязываясь к ним, поскольку даже ограниченные чувственные наслаждения могут увести с истинного пути. Даже на самых лучших дорогах бывают аварии. Мы не застрахованы от аварий даже на самой безопасной дороге. Стремление к чувственным удовольствиям живет в нашем сердце с незапамятных времен, из-за нашего соприкосновения с материей. Поэтому, даже если мы удовлетворяем потребности своих чувств в строгом соответствии с предписаниями шастр, всегда существует опасность сойти с духовного пути. Вот почему нужно всеми силами стараться избегать привязанности к любым чувственным удовольствиям, даже ограниченным рамками религиозных предписаний. Но привязанность к деятельности в сознании Кришны, к любовному служению Господу, помогает нам отказаться от всех видов чувственной деятельности. Поэтому ни один человек,
На каком бы этапе жизни он ни находился, не должен отвергать сознание Кришны. Смысл отказа от любых чувственных удовольствий заключается в том, чтобы в конечном счете обрести сознание Кришны. Да, и известный стих также в Бхагавад-гите во второй главе «Вишая вени варнанте, нирахарасия дихинага, расова ржам, расия пися, парадан тиштлани вартате». То есть человек может воздерживаться от удовлетворения чувств, но привязанность с ним будет оставаться. Но если он испытает высший вкус, да, то есть он сможет избавиться от привязанности. То есть, с одной стороны, нужно как-то ограничить и регулировать это при помощи писаний, но в то же самое время важно развивать сознание Кришны, высший вкус, тогда преданный естественным образом придет у него появится сила, да, не искать удовлетворения в чем-то, каких-то прихотях, да, своих. Вот так постепенно преданный очищается и развивает, да, духовный вкус, развивает сознание Кришны, становится освобожденной душой, да, то есть становится, достигает трансцендентного положения. Это определенный путь. И он, и предание Господу, да, то есть является сутью, да, то есть этого пути. То есть преданный предается, стараясь удовлетворить Господа, регулирует свою жизнь на основе этого и так перестраивает свою жизнь. Вот. И тогда, соответственно, контроль чувств становится не такой тяжелой задачей, как человек, который находится в каком-то таком неестественном искусственном положении. Вот. То есть это будет очень сложно. Харе Кришна. Можно что-то пообсуждать, пожалуйста. Некоторые размышления на эту тему. Большое спасибо, хорошо. Хотел спросить вопрос, вы для Кришны же хотели заняться не своей деятельностью, а бизнесом. Не просто же для себя хотели, чтобы денежки для чистых удовольствий попустить. И я подумал, часто тоже же приходится делать то, что не по твоей природе. Горит, нету людей преданных, и надо что-то сделать. Понятно, что ты это каждый день не будешь делать, но просто бывает такое, что нужно просто сделать, и все. В целом это нормально, что брахмачари делает какое-то служение, но брахмачарское. В данном случае это было совершенно неправильно. У меня была одна привязанность, мне хотелось во Вриндаван. Поэтому я попался на эту удочку. Так бы я, наверное, отказался, но если бы не было соблазна поехать во Вриндаван, если бы этого соблазна не было, я бы отказался бы, скорее всего. Я бы не стал бы идти в эту роль. Это было, во-первых, совершенно не по моей природе. Я не бизнесмен вообще. Во-вторых, это очевидно, что это деятельность для семейных преданных больше подходит, чем для брахмачари. Брахмачари не должны этим заниматься. Даже несмотря на то, что президент храма говорил. Наверное, то, что я все-таки следовал президенту храма, это как-то меня и спасло, в конечном счете. Но последствия такого выбора, что ли, я тоже ощутил, когда ты в неестественном положении находишься. У меня даже такое было ощущение, что я разучился лекции там читать, то есть у меня как будто язык не поворачивался вообще что-то говорить. И реально ощущал слабость внутри. Поэтому даже для брахмачари лучше быть занятым какой-то все-таки соответствующей природы деятельности, и лидеры, кто занимает преданных, нужно учитывать все равно это, потому что долго трудно заниматься тем, что неестественно, может начаться какой-то внутри раздрай, скажем так. Но служение божествам, да, проповедь — это то, что обучение, это то, что естественные какие-то анги, брахмачари, то есть они в храме, они могут заниматься служением.
Вот. Но если да, что-то такое уже выходящее за рамки этого, то это когда странно получается. Так что так. Спасибо за лекцию. За такую живую историю. А я, когда вы рассказывали, думал, что вот это же было приятно очень, когда у нас возникает такое искреннее желание предаться Господу. Вот, и вот эти такие ситуации, как будто бы Господь их специально создает, и в том числе, вот, может быть, это Его воля, да, поставить неестественное положение, нас так создать обстоятельства в нашей жизни, чтобы мы оказались в неестественном положении и вот развили вот эту преданность ему, да, и нам просто нужно через это проходить, но, может быть, уже, ну, с большим таким пониманием, осознанием, что это, ну, тоже в том числе воля Господа и что от меня хочет. Вот, да, на определенном этапе, может быть, и такое, да, быть. Но поначалу лучше все-таки, ну, как-то сбалансированную жизнь вести, то есть не нужно создавать искусственно такие ситуации. То есть иногда преданные подумают, ну, я сейчас так все сделаю, чтобы у меня ничего не оставалось, кроме как предаться Господу, да, то есть все отдам вообще Кришне, работать с работы уволюсь, да, и когда уже до отчаяния дошел, в этом случае говорится, не нужно терзать параматму в своем сердце, да, то есть так. То есть мы ставим себя в такое положение, что мы пытаемся вынуждать Господа, да, то есть как-то действовать. Это манипуляция, то есть это неправильная вещь. Но если это происходит как-то естественно, то есть преданный сам это не делает, но жизнь так поворачивается, что он попадает в такое положение, то тогда это какая-то особая милость Кришны, да, когда преданный может в этот момент, да, как-то вот. Ну, просто предаться, когда нету другого шанса, да, то есть только Кришна. Момент смерти точно будет такой момент. Так что, да, нужно быть готовым. Ну и в течение жизни тоже будет. Если выйти на улицы, то там придется, да, предаваться с книгами. На улице с книгами. Каждый человек — это предание Господу. Ты понимаешь, что ты просто ничего не можешь. Особенно, когда люди пинают тебя, пинают. И тут уже остается только положиться на Господа. И когда, да, что-то начинает проявляться, это, конечно, такое чудо. Вот так что это очень хорошая возможность. Преданные, которые распространяют книги, они как раз могут получить такой опыт предания. Вы выходите на улицу, Кришна, я посреди этой кали-юги вообще, да. О, Господи. Хорошая возможность. Такое предание нормально, то есть это хорошая, так сказать, возможность. Но вот какие-то искусственные создавать ситуации в жизни, своей глупостью какой-то, да, то есть загонять себя в такое положение, что уже вообще просто все разваливается вокруг, и, о, Господи, спаси. Да, ну, а что ж ты глупость такую совершал, да? Кришна может, да, не откликнуться, дать возможность свою глупость пожинать. Вот, поэтому нужно стараться следовать предписаниям шастры и свою жизнь устроить должным образом. Ну, а если уж, даже несмотря на это, проявляются какие-то ситуации, в которых, да, приходится предаваться, вот это милость Кришны, да, уже. Так-то, конечно, у нас каждый день мы должны как бы это настроение предания делать. Ну вот, если такие возникают острые ситуации, то это, конечно, такая особая милость. Спасибо. Мне Видянитхи Прабху рассказал историю, как Бхактивабхава Махарадж им рассказал в узком кругу. Хотите, расскажу? Он распространял книги в какой-то арабской стране, где за
Ну, в общем, и там начался военный какой-то этот... Война началась, в общем. И там просто, ну, вот этот джахад, короче, они вылавливали всех, кто, так сказать, всех подозрительных, просто расстреливали. И вот поймали там человек 10, в том числе Бхактивинода Махараджа, их всех выстроили. И всех 9 до него всех расстреляли. Вот, и в конце концов к нему дуло пистолета. Вот, и повторяя Аллах Акбар там, ты кто такой вообще? Он сказал, я Хари Кришна. Он что? И он, в общем, этим ручкой пистолета просто, да, оглушил. Ну и думал, что, наверное, все. И так его оставили, и он остался жив. Кришна спас. Это, конечно, да, такие экстремальные. Я когда услышал, думаю, ничего себе вообще, сейчас какие вообще испытания преданные проходили. Просто вообще. Или Брамананда с этим, с братом, со своим, когда Шиварасила Прабхупада их отправил в Пакистан, и там тоже война началась в этот момент. Прабхупада, когда узнал вообще, срочно им отправил телеграмму, не надо ехать туда. А началось все с того, что один человек на лекции вызов бросил. Он говорит, ну вы в Индии-то тут проповедуете, а вы можете поехать и в Пакистан, например, там проповедовать. Чего вы здесь, как бы, тут-то легко. И такой вызов. Прабхупада говорит, вы нам вызов бросаете? Он говорит, хорошо, мы поедем в Пакистан. И он тут же, Брамананда, давай вместе с братом в Пакистан. Вот и они поехали вчетвером. Двое, Брамананда был с одним преданным, его брат с другим, и они поехали в разные города. При этом прилетели туда прямо в одежде саньяси. И это нам рассказывал, ну да, сам Брамананда, по-моему, рассказывает, или кто-то. Как его брата звали? Гаргамуни, да, Гаргамуни. По-моему, Гаргамуни и рассказывает. Вот, и Гаргамуни шел пешком. Один поехал в одну часть, другой в другую, Пакистана. У них был план как-то там встретиться потом. Вот, и он пешком шел из аэропорта. Вот, и когда, потому что не было ни такси, ничего, то есть, ну, война была. Вот, и в конце концов, да... В них люди там бросали яйца там и все, ну, в общем, аскеза такая была. Но они ради Прабхупады. В конце концов, да, они послали телеграмму, Прабхупада, что нам делать? Вообще, тут война. Прабхупада, срочно возвращайтесь. А в это время, да, вышла статья, и в статье газете было напечатано, что 4 преданных Кришны погибли, да, в этих миссионера погибли. Пакистане. Прабхупада думал, что это его ученики, очень сильно, да, переживал. Когда он узнал, что они живы, то есть срочно туда уезжайте. Ну, преданные, конечно, да, проходили сейчас такие удивительные испытания, предания такого. Вот такие, да, были времена. Опыт предания очень ценен, на самом деле, да. Передайте пока. Вот. И возможность поучаствовать, может быть, в каких-то мероприятиях, то есть преданные устраивают, или в праздники прийти, вот прям, знаете, вот отдать свою энергию, предаться. Вот. Это очень дает большой опыт. Да, пожалуйста, Матаж. Это ничего, просто держите. Спасибо большое, да, за вот эту вот историю с Лангаджендры и также из вашей жизни. Вот шла речь о том, как занимать в служении какие-то виды деятельности. Можно попросить у вас как бы совета, может быть, какое-то видение подскажете? У нас есть такой проект, мы читаем сказки онлайн для детей, просто для обычных детей, но там много преданных. И я читаю сказки, не с Кришной связанные. И как бы вы посоветовали вот эту деятельность предлагать Господу? Очень легко получается, дети слушают, и кто-то из них про Кришну упоминает. Но, может быть, вы еще какой-то элемент бы предложили, что можно туда добавить?
если эти сказки, они учат каким-то хорошим качествам, да, то есть всегда можно говорить, ну, как бы, что для Кришны важно это качество, ну, для преданного Кришны важно это качество доброты, например. Давайте сейчас почитаем, да, сказку про доброту. Да, то есть и вы как бы обсуждаете это качество. Вот, то есть это как некая иллюстрация, да, то есть это может присутствовать для воспитания детей. Вот. В то же самое время есть также какие-то, может быть, истории из Махабхараты, еще откуда-то, которые тоже очень поучительные. То есть тоже, может быть, на основе них можно тоже вплетать, чтобы у детей тоже было это видение. У нас преданные есть две матаджи в горячем ключе. То есть они сейчас тоже разрабатывают программу, как до детей в игровой форме доносить основы нашей философии, в том числе. То есть это можно все делать, они прям делают в течение этого года, хотят сделать годовую программу. Дети в экстазе, они прямо пробуют на детях, дети в восторге. Вот представьте, самое скучное, наверное, детям это слушать, как из города Кашая Вишну исходят там эти пузырьки. Даже люди, даже взрослым как бы это так сидят и думают, что он вообще такое. Но они так интересно преподали, что дети в восторге были. Да, там один папа, он играл роль Горбатакашая Вишну, надули шарики всякие, шарики начали, да, выходить из него, в общем, много шариков, да, вот вселенные там, и все, дети в экстазе, все поняли, как процесс творения происходит. Вот, то есть, ну, есть определенный, да, какой-то творческий процесс, как доносить до детей это все. Тут, наверное, вы все-таки лучше, ну, чувствуете детей. Но старайтесь, да, как-то это соединять всегда с Кришной, чтобы дети видели, что все эти сказки, они в контексте тоже развития, ну, что это качество преданного. Да. То есть так. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Вот у меня такой вопрос к вам. Вы интересную ситуацию описали с этим магазином, ну, так скажем, магазином. И у вас был выбор, и на тот момент у вас был уже, я так понимаю, духовный учитель, да? У меня две инициации было уже. Две инициации. Может быть, я подумал, может быть, ну, я ни в коем случае не осуждаю, может быть, я для себя вынес урок такой, может быть, нужно было сразу обратиться к духовному учителю и спросить, вот, предлагают вот такие варианты, что вы скажете? Ну, знаете, как, в то время у нас не было мобильных телефонов вообще, это раз. В то время не было интернета, это два. То есть по интернету так нельзя было написать. И только начиналось вообще, середина 90-х была. То есть это все было еще не развито. И тем более у брахмачарья какой там выход в интернет. А сейчас каждый брахмачарий, так сказать, у него и в интернет, и телефон в кармане, и все остальное. У нас этого не было. Ни у кого не было ни мобильных телефонов, ничего. У нас было в то время понимание, что президент храма – это представитель гуру. Вот. И это тоже одна из вещей. То есть, если, значит, гуру как бы действует через них, да, то есть это какой-то. Поэтому я, ну, как бы так воспринимал это все. Вот, так мы воспитаны были. Это, в принципе, правильно. Так должно быть. Но если бы гуру был бы там, я бы, наверное, бы спросил, да, конечно. Но гуру не так не был в момент этот доступен. И вот и еще добавление, вопрос, тоже я так анализировал. Интересно, вот вы наверняка много раз анализировали эту ситуацию, но вот и к какому мне интересному выводу пришли, когда вы поняли, что нужно обратиться к гуру уже в какой-то ситуации некомфортной для себя, и вы видите духовного учителя, и он говорит, нужно продолжать делать то, что вот ты сейчас делаешь,
это, ну, польза для общины. Даже, может быть, вы не привязывались к какому-то бизнесу, вы это делали как аскезу для общины. И, с одной стороны, Гурудев, как прозрачная среда, он говорит здесь сейчас то, что хочет Кришна. С другой стороны, как-то вы на тот момент, ну, как-то сердцем это не приняли и, возможно, еще больше начали молиться. И Кришна как-то по-другому как-то разрешил ситуацию. Это... Да, это была моя проверка тоже. Нет, я еще не закончил. Угу. Мне стало вот интересно, это, может быть, Кришна вам через Гурудева еще раз предложил этот план продолжить, а потом, когда увидел, как бы, ваше сердце, какое-то искреннее желание чем-то заниматься другим, и он это переделал. Или в этот момент, может быть, Гурудев, ну, тоже не хочу никого оскорблять, может быть, он как-то в этот момент поддался на какое-то, может быть, ну, не поддался. Ну, грубо, это тоже, наверное, как оскорбление. Вот как вот это, как вот вы... Я чувствовал, что вы через гуру точно действовал Кришна в этот момент. То есть он предлагал Кришна вам опять. Но в чем была, как бы, проверка? В моей, как бы... То есть у меня была вот эта склонность к какому-то... как благодетельству, что ли. Что я, как бы, вот ради там, того, я все готов, типа, сделать и так далее. Вот. И внутри я, как бы, ну, я принял наставление, это хорошо, раз гуру говорит, значит, я должен это делать. Но я был очень расстроен, то есть, у меня, конечно, было чувство какое-то, что, ну, президент храма сманипулировал тоже. Вот. И, может быть, гуру Махарадж не знает всех обстоятельств, но так или иначе, вот, что мне делать оставалось-то, да? Думаю, ну ладно, буду как бы доведу это до определенной точки. Я как бы понимал, что мне все равно надо из этого как-то выйти, из этого положения. Но в тот момент я чувствовал тупик. И я просто начал молиться Кришне, чтобы он мне вообще разум дал, что мне делать вообще. Как мне быть в этой ситуации. Потом, соответственно, вот этот проявился этот преданный, видя мои, так сказать, страдания, по всей видимости, то есть он понял всю ситуацию и, в общем, наблюдал за этим. И в конце концов, да, он повлиял на президента и мне позволили. На самом деле был преданный, которому можно было передать. Я ему передал. Но президент храма не хотел, хотел все-таки, чтобы брахмачари это контролировал, поскольку это, ну, как бы, более, так сказать, подконтрольные тогда процессы. Вот. И он хотел, чтобы еще несколько контейнеров из Индии привезли. Я понял, что я под этими контейнерами умру уже. Я с этими не мог никак разделаться, там 2 года прошло, в общем, я, где-то 2 года у меня это все продолжалось. Потом, буквально через некоторое время опять гуру Махарадж приехал, и я пришел к нему, и он говорит, я хочу, чтобы ты проповедовал. То есть он меня на проповедь уже направил, и я так обрадовался, все, как бы, да, Кришна. Сейчас я понимаю, что это было... Какой-то, то есть, Кришна меня таким образом помог, во-первых, ну, прочувствовать это на себе, что было хорошо для моего понимания, как это работает в жизни, нарушение каких-то вот этих вот правил каких-то, да, то есть, и принципов. Вот, и также, как нельзя относиться к преданным, пытаясь, да, их как-то, ну, эксплуатировать, что ли, да, использовать. Даже ради благих каких-то намерений. То есть я на себе это ощутил, как это больно вообще. Вот, поэтому это были важные уроки. И после у меня была такая убежденность, как дхарма ракшита ракшитага, что дхарма защищает того, кто делает дхарму. Потом знаете, что произошло? Потом произошел кризис 98 года. И резко в 3 раза возрос доллар. По отношению к рублю вырос курс доллара, 3 раза сразу подлетел за один день. Да, и у нас были долги у этой фирмы коммерческой в долларах. Там был заем у одного преданного, нужно было возвращать.
количество товаров было примерно, ну, достаточно, чтобы вернуть, но нужно было это еще продать и как-то вернуть. И у общины, у Ятры было тоже 150, в общем, где-то 150 тысяч долларов долгов, короче. Это были огромные деньги на тот момент. Да и сейчас они огромные достаточно. Вот, и мне, короче, это, я уехал уже на Санкиртану, потом преданный, который Грихасха, который стал там, ну, в общем, когда случился этот кризис, президент храма начал на него давить, что нужно как бы вот долги отдавать, давать. Там было помещение у этой фирмы, типа магазинчик такой некоторый. В общем, и он расстроился и ушел из этой фирмы. То есть это просто повисло в воздухе, все. Вот. И плюс как бы у Ятры были долги. Потом этот президент Ятры ушел из сознания Кришны. Вот у него начались проблемы духовные. Вот. И в конце концов меня региональный секретарь, тогда Адираса Прабу был один из таких старших преданных у нас в регионе, меня позвал и сказал: Ятра, как бы ростовская, она без головы вообще осталась, без никого нету, там все разваливается, давай иди, бери ответственность. И, в общем, на меня все эти долги свалились. Но теперь я понимал, дхарма ракшата ракштага, я должен просто проповедовать, это моя дхарма. Я так и делал. И через некоторое время все долги рассосались. То есть так ушло, я прям видел, как Кришна, да, освобождает от этого всего. И тоже это прочувствовал на себе, как это работает. Тот, кто соблюдает дхарму, дхарма его защищает. Так. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое. Дхарму не перепутать. Главное, дхарму не перепутать, да. Харе Кришна, спасибо. То есть из этого примера мы понимаем, что, наверное, дхарма, она там, где природа, да, человек? Или не всегда так? Там, где природа, да, и есть наша санатана дхарма, есть, ну, какая-то природа человека тоже. И нужно как-то связать и то, и другое, подчинить обычную дхарму реализации нашей санатана дхармы, да, то есть такой путь вайшнава. Uh-huh. Ну, сейчас пример такой вы привели, что вы взяли какой-то момент на себя обязанности, которые были не по вашей природе, так, и потом в какой-то момент вы их оставили, потому что под угрозой была ваша духовная жизнь, я правильно понимаю? Да, передал их другим. Угу. А где вот эта грань, когда, ну, просто я слушаю о преданных 90-х годов, и сейчас преданные очень хорошо знают психологию, когда чуть небольшая какая-то сложность, преданный может сказать, ну, это не моя природа. И он просто берет и ответственность себя снимает. И где вот эта грань, где преданный все-таки должен нести ответственность, а где уже его духовная жизнь под угрозой? Ну, преданный должен в себе воспитать искреннее ученическое настроение. Ученическое настроение означает, что попадая в ту или иную ситуацию, преданный должен молиться Господу и, опираясь на гуру, садху и шастры, в том числе, может быть, посоветоваться и с садху, и с гуру, и помедитировать на какие-то эти самые наставления в шастрах, попытаться понять, как я должен служить в этих обстоятельствах, в чем мое служение. Я должен как бы это делать, или, ну, я должен, ну, что-то другое, в чем мое служение, или это какой-то соблазн просто, да? Вот. Таким образом, опираясь на гуру, садху, шастры, преданные, и желая удовлетворить Господа, да, то есть не свои чувства, прихоти, не привязанности, антипатии свои удовлетворять надо, а что Кришна, да, от меня хочет. Если преданный на это медитирует, даже если он ошибется, предположим, да, то есть он поймет через некоторое время, что это была ошибка, Кришна как-то даст ему, да, то есть это понять, и он научится на этом, потому что желание изначальное правильное, он хотел удовлетворить Кришну. Но если преданный занимает такую позицию, как бы я тут, психологическую, да, позицию, не вайшнавскую позицию получается, да, то есть и начинает просто, это как бы, это не моя природа, да, то есть, а какая твоя природа? Ну, джапу повторять, моя природа, да, то есть, Харе Кришна.
То есть ничего невозможно попросить преданного, то тогда это просто это наслаждающийся под предлогом духовной жизни. Да, то есть такой преданный не будет, святое имя не будет проявляться в его жизни. Да, то есть он не будет удовлетворен своей практикой и так далее. У него начнутся проблемы. Кришна покинет его. Да, то есть так. Поэтому вот преданным важно учиться, чтобы вот такого самообмана не было, важно учиться искреннему ученичеству в жизни. И вот именно правильной технологии ученика, то есть как он такие ситуации разрешает. То есть нужно отстраниться от своих привязанностей и антипатий, попытаться как ученик посмотреть на эту ситуацию, что Кришна хотел бы от меня в этой ситуации, чтобы гуру от меня хотели. Вот если сейчас гуру сзади меня стоит и смотрит на меня, в двух метрах от меня стоит и смотрит, как я поступлю в этой ситуации, как я поступлю. Да, то есть это вот хороший такой вопрос, который можно себе задать. Вот. И если преданный старается делать то, что действительно гуру и Кришна от него бы хотели, да, то есть в этой ситуации, то, соответственно, даже если он ошибется, как я говорил, настроение все равно правильное. Просто, как бы, может быть, не хватает зрелости какой-то, правильный какой-то выбор сделать. Он все равно спрогрессирует, то есть он поймет, что я совершил ошибку и научится. Вот. Но если преданный вот так себя обманывает, да, то есть говорит, ну, как бы, это же не моя природа, поэтому как бы я... А природа — это то, что нравится моим чувствам, да, вот, вот это вот моя природа. Когда на просад зовут, о, это моя природа, да, просад вкушать, это моя природа. А когда нужно протереть пол после просада, да, то есть это уже не моя природа. То есть это такой, знаете, как... То есть есть какие-то привязанности, есть антипатии. Я полностью во власти этого всего. Это обман, это не духовная жизнь. И вот преданному нужно самому себе задать вопрос. То есть я как бы что, я духовную жизнь культивирую или я просто вишая, да, то есть пытаюсь устроиться хорошо. То есть здесь вопрос искренности. Да, да. А если преданный, допустим, вот как вы сказали, что ну, вот он ошибся, искренне хотел, но ошибся. Но если он, допустим, ошибся, и он уже семью создал, и потом понял, ну, ты ошибся. Ну, не моя природа, моя духовная жизнь под угрозой, если я останусь в семье, в семейной жизни. Ну, как в таких случаях бывает? В этом случае нужно уже, да, уже, так сказать, нести ответственность. Серьезная ошибка. Нужно нести ответственность, то есть нужно теперь понять, как мне извлечь ну, правильную пользу из этого. То есть если польза в этой связи, получить наставление духовного учителя, может быть, или каких-то опытных преданных, как я правильно должен теперь это делать. То есть я принял такую ответственность. А это может также быть и обманом, да, определенным, потому что ну, наваливаются какие-то ответственности, он думает, как хорошо было брахмачари ашрам, ничего не делал, смог отдыхать, да, то есть хочется как бы вернуться в эту роль. Но это будет наслаждением, да, то есть это, если брахмачари так думает, то есть это безответственность на самом деле. Вот, поэтому ответственное положение — это хорошо для его духовной жизни, но ему нужно просто правильное настроение принять. Но опять же, нужно получить наставление, да, то есть как-то научиться у преданных, опытных. И тогда он будет прогрессировать. Вот так. Вот, я вот хотел узнать, ну, первый вопрос. Вот это вот, стоит ли бояться отношений вне общества преданных? То есть там касаемо работы, когда ты там будешь проводить там долгое время, то есть ну, какая позиция преданных? Ну, если вы серьезно культивируете духовную жизнь, духовное настроение, то как бы взаимодействие с людьми, ну, если вы в хорошем сознании, то есть это возможность как-то людям потихоньку помогать им духовно расти. Через свою деятельность вы можете
практиковать настроение преданности тоже, как делать это в духе преданного служения, да, то есть, ну, как бы практиковать те знания, которые вы теоретически получили, теперь вот в конкретной практической жизни. И таким образом превратить свою деятельность в карма-йогу, да, то есть преданное служение. И, соответственно, получать опыт определенный тоже. Вот. То есть учиться делать это в состоянии настроения преданного, то есть с эго преданного, а не с эго неотложного эго, да, то есть не ради чувственных удовольствий, не ради плодов, а для удовлетворения Кришны. Конечно, преданный может не говорить об этом, но внутри он так может думать и медитировать, с таким отношением относиться к деятельности. Вот. Смотреть на людей, как на частички, связанные с Кришной, как на потенциальных преданных, поскольку каждый является слугой Господа по природе. Вот, и помогать им накапливать бхакти-сукрити. Смотрите, сколько уже появляется причин ходить. Да? То есть это же служение. Да? То есть так. Поэтому если преданный такое сознание имеет, то нет проблем. Вот. Если же у него какое-то странное такое сознание, что он отсюда бежит, боится этого мира, да? То есть, ну, это как бы... Ну, какое-то время можно побыть в обществе преданных, чтобы обрести нормальное сознание, и потом вернуться и принять ответственность. Иначе... То есть это какое-то, ну, сектантство какое-то, да, то есть человек просто пытается спрятать голову в песок. Но от этого майя из головы не уйдет, она его и в песке достанет. Там свои соблазны тоже появятся. Вот я хотел еще поинтересоваться, вот у меня так же и складывалось. Я как бы учился на физика и работал там 4 года. В институте, ну, там лаборатория была у нас. И получается, я как бы, мне работа нравилась, но я по тем или иным обстоятельствам ушел, и коллектив был хорош. Ну и сейчас он наверняка хорош. И вот ушел, скажем, там в свой город уехал, там семью создал, там у меня сейчас дети есть, двое. Вот. Но при этом, скажем так, как бы, ну, я там себя пробовал, там, но я не сказал бы, чтобы я себя нашел. То есть я хочу понять, что мне, как бы, может, мне туда нужно вернуться? Вы можете что-то сказать? Не могу. Если я там, ну, это вы должны... ну, не нашелся за 7 лет еще, скажем так. Даже больше уже, скажем так, не нашелся. Так что чем я хотел бы так заниматься? Ну, это, может быть, быстро вы не решите сейчас, вот так вот прям я раз вам и скажу. Кем вы должны быть, то есть это вы должны, ну, как бы понять сами, то есть чем, с учетом вашего ашрама, вашей, ну, какое-то сейчас положение, нужно понять, что будет лучшим для вас, вот, и, ну, посмотреть, как это, чтобы это тоже, ну, было какой-то деятельностью благоприятной. Какой смысл быть физиком, как бы там, не знаю, работать на дедушку Калю. На дедушку Кали, да? Помогать изобретать атомную бомбу. Или еще что-нибудь. Вот. То есть нужно быть осторожней в этой вещи. Ну, наверное, нужно советоваться со старшими преданными и просто как-то, да, размышлять, чтобы Кришна хотел, чтобы вы могли его делать. Я вот хотел узнать, вот мне, ну, в своем городе там особо работа, там, ну, так, ну, особо не устроишься. Я вот думаю, мне вот нравится готовить, да, может, просто начать, как бы, это людям просад, как бы, продавать там. Ходить. Почему бы нет? Можно попробовать. Почему нет? Это и проповедь, и такое служение, то есть прямое. Это неплохая вещь, то есть можно продумать, как это сделать лучше, эффективнее. Ну, чем ничего не делать, нужно что-то делать, да, потом потихонечку, да, что-то может проявиться еще. Спасибо огромное. И вот сегодня еще праздники, Джаянти. Я вот хотел узнать, какое у преданного, ну, мы знаем, что Прабхупада очень, как бы, всегда цитировал Бхагавад-гиту, стихи из Бхагавад-гиты. Я вот хотел узнать, вот какое отношение у преданных должно быть в Бхагавад-гите, может, там нужно все стихи знать, либо там... постоянно их цитировать. Вот. Как вообще этот праздник проводят преданные Джаянти? Как можно послужить Бхагавад-гите?
Конечно, вот. Самое лучшее – это распространить как можно больше Бхагавад-гиты в этот день. Этот день, да? Да, это хороший день для этого. Сегодня все, пожалуйста, да, пожалуйста. Сегодня особые скидки я слышал вообще раз в году, да, правильно? Да, так что вон уже гиты там уже предлагаются, освященные, то есть можно набрать и пойти, да, кому-то предложить, людям распространить. То есть у нас просто такая ситуация, например, студентам распространяешь, они часто вообще так немножко жертвуют вообще прям. И все равно гиту отдавать, если мы там выкуплены, да? Ну, это санкертанщик сам регулирует. Вот. Обычно, ну, преданный, который, ну, как бы входит в такой поток, что ли, он начинает чувствовать, где-то надо уступить человеку, да, то есть где-то кто-то больше потом даст, и как-то оно так компенсируется. Вот. Это уже, ну, как от зрелости преданного будет зависеть. Он, ну, есть такой момент, когда преданный уже не привязан так к финансам, но люди почему-то ему хорошо жертвуют все время, даже больше, чем надо. Ему хватает, и он тогда, ну, может вот где-то кому-то дать книгу просто. Иногда бывает такая ситуация. Поделиться вот, ну, своим как бы знакомством с Бхагавад-гитой, ну, когда она вам открылась и вообще какие у вас отношения с Бхагавад-гитой? Ну, я ее получил в самом начале, еще до того, как встретил преданных. Я сначала прочитал Ишапанишат 3 раза, пока мне несли Бхагавад-гиту. В общем, я купил учение Господа Читания и Ишапанишат у простой бабушки. Цены тогда и так были дорогие, но она еще в 2 раза дороже продавала. В общем, для меня это было как бы приоритет. Я искал знания, поэтому был в восторге от книг. Но в учении Господа Читания в обведении было написано, что сначала нужно Бхагавад-гиту прочитать, потом источник вечного наслаждения, а потом учение Господа Читания. Я понял, что это 3-й том, и переключился на Ишапанишат, а к бабушке ходил и просил ее принести Бхагавад-гиту. Она сказала мне, я спросил, есть такие книги? Она говорит, да, есть, но они дорого стоят, 25 рублей каждая, ой, это 45 рублей каждая. 25 рублей преданные продавали, она за 45 не продавала. По тем временам это были большие деньги. Ну, заработать хотела хорошо, да. Вот, я говорю, покупаю, да, несите. И она 2 недели мне не приносила. Как позже, потом, через несколько лет выяснилось, она не хотела мне их приносить, чтобы я не попал в секту. То есть она видела мою слишком сильную к этому, ну, тягу, то есть она как бы боялась. И я, в конце концов, попал в секту. Да. Как, так сказать, потом, да, назвали это, да, ну, в хорошем смысле, да, то есть мне нравится эта секта. Да, вот. И она все переживала в течение 8 лет еще. Периодически приходила и смотрела, там я еще или нет. Все переживала, да, что сбило меня. Я такой был достаточно, ну, в принципе, у меня хорошая карьера была, там, в общем, был передовая молодежь, скажем так, на то время. Вот. И через 8 лет моя мама приехала, и она, я был как раз президентом храма в Ростове, вот, и был день Гару Пурнима. Мама моя в этот момент стала преданной, наконец, то есть я просто смотрю, она на Мангаларате пришла в сари с тилакой, ну, в общем, все это матажи, да, переодели, вот, и с джапой все как бы. И вот моя мама сидит на диване, и эта бабушка пришла тоже, это, которая продала мне книги, вот, и они как-то, ну, пожилые люди друг друга находят, и они вместе что-то там разговорились. И тут я пробегал, ну, с мамой чуть-чуть пообщался, и эта женщина поняла, что она моя мать. Вот, и она говорит ей, так вы его мать? Она говорит, да, моя мать отвечает. Вот, пожалуйста, простите меня, это из-за меня, это я ему продала книги, из-за меня он стал преданным. Из-за меня он стал кришнаитом. А моя мать так говорит ей, знаете, я хочу сказать вам спасибо вам большое. Я очень рада, что он преданный.
Вот. И эта женщина просто расплакалась там. И на следующий день повстречала преданного Санкиртаны и купила у него Бхагавадгиту. Больше я эту бабушку не видел. Но так интересно было. Поэтому, да, Бхагавадгита, я ее почти дочитал. Где-то был уже в последних главах, может быть, 15-я глава вот в этом районе. И после этого я встретил преданных уже. Я думал, что я единственный, у кого есть эти книги вообще на земле. На меня возложена большая миссия теперь эти знания распространить. Вот. И когда я встретил преданных, то есть я очень удивился. Оказывается, то есть целая организация, то есть и куча книг, что этих книг много, да, то есть это не, в общем, так. И дешевле. И дешевле, да, еще в два раза. Так что так, да. Ну, конечно, очень здорово, если преданный будет знать 108 основных стихов, по крайней мере, да, то есть для проповеди это очень хорошо. Я сейчас тоже уже подзабыл, но надо их вновь напоминать себе. Очень хорошо, то есть когда читаешь лекции, я помню, когда я их заучил, эти 108 шлок, интересно, у меня в сознании произошло изменение, то есть я буквально начал говорить, я говорю, и у меня тут раз всплывает какая-то шлока другая, я продолжаю говорить, потом третья шлока, прямо вот, удивительно, то есть и ты прям строишь, да, все это на основе. То есть я понял, что такое шастра-чакшуш, да, то есть смотреть глазами шастр. Ты какую-то мысль говоришь, у тебя сразу стих такой раз, как бы ты цитируешь, и это дает такую, ну, как бы так выстраивает, да, все. Проповедь становится сильной тогда. Вот. Если же проповедь не основана на этом, то тогда, конечно же, это будет такая какая-то, ну, и мы сами будем тоже в сомнениях, и слабая проповедь будет неубедительной. Поэтому да, это очень хорошо и учить стихи. Так. Так, ладно, мы уже давно сидим, хватит. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Грантарат Шримад Бхагаватам ки джай. Бхагавадгита, как она есть, ки джай. Нитай Гаур Премананде. Хари Кришна. Его святилище Бхакти Бхагаватам Нитакешива с вами ки джай.